Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. В прошлом месяце Huawei запустила свежий смартфон Honor 8 в Китае, а теперь компания потихоньку прокладывает ему путь на Запад. Сейчас новинка уже доступна в США, ближе к концу месяца появится и в России. Под капотом у Honor 8 чип Kirin 950. Это собственная 8-ядерная разработка компании, 4 ядра которой работают на частоте 2,3 ГГц, а еще 4 на частоте 1,8 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ, флеш-памяти либо 32, либо 64, плюс слот microSD. IPS-экран диагональю 5,2 дюйма имеет разрешение 1080 на 1920 пикселей, а емкость несъемная батареи составляет 3000 мАч. Главной фишкой аппарата можно считать двойную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей и лазерным автофокусом. Это не первый смартфон с таким разрешением, но зато один из самых доступных. В Китае базовая версия Honor 8 стоит 2000 юаней, то есть примерно 19 тысяч рублей. Сколько за него попросят в России, пока неизвестно. Microsoft на конференции Intel Developer Forum 2016 анонсировала интересную вещь. Корпорация заявила, что при поддержке Intel все компьютеры под управлением Windows 10 со следующего года будут по умолчанию поддерживать HoloLens и другие технологии смешанной, как выразился Терри Майерсон, реальности. Для этого каждый компьютер будет оснащаться голографической оболочкой Windows Holographic, позволяющей запускать любые приложения для HoloLens, а также работать с двухмерным и трехмерным окружением. В ходе анонса Project Alloy исполнительный директор Intel Брайан Гжанич использовал словосочетание «объединенная реальность». В данном случае новый термин уместен, ведь гарнитура отличается от других подобных устройств тем, что пользователь видит свои руки. Благодаря 3D-камерам RealSense она способна распознавать движение пальцев и позволяет манипулировать виртуальными объектами без помощи специальных контроллеров. Кроме того, гарнитура от Intel беспроводная, так что риск запутаться в каком-нибудь кабели многократно снижается. Хорошо это или плохо, без всестороннего тестирования сказать трудно, ведь разрушить погружение может даже такая мелочь, как задержки в общении с компьютером по Wi-Fi. Демонстрация, по словам присутствующих, была далека от идеала, разрешение реальных объектов, накладываемых на виртуальную сцену, низкое, а движения рук отслеживаются только в том случае, если они находятся в центре кадра. Но здесь нет ничего удивительного, ведь анонсом Project Alloy компания просто дала понять, что работает в этом направлении. Уже в следующем году Intel собирается запустить этот проект в виде открытой платформы, спецификации и API которой будут доступны сторонним производителям и разработчикам. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!